В Якутске выпустили первую в республике метрическую книгу «Напиши имя мое». В издание вошли 49 документов из Национального архива республики. Метрические книги начали вести в церквях с 1722 года, а в 1918 их заменили на актовые документы в органах ЗАГСа. Сегодня они хранятся только в архивах. В книгу «Напиши имя мое» на основе метрических данных Николаевской церкви вошли данные о жителях Вилючанского и Нахаринского наслегов Сунтарского улуса с конца 18 до начала 20 века. Метрические книги церкви публикуются в нашей республике и, может быть, даже в России впервые. Метрические книги церквей Якутской епархии сохранились в фонде Якутской духовной консистории с 18 века до 1921 года. В них вносили основные события в жизни каждого человека – крещение, венчание, погребение. В записи не попадали младенцы, умершие до крещения, и самоубийцы. Что же касается современной книги, то она хранит в себе весь материал в цифровом варианте. Аналогичным образом в нее вносят информацию со свидетельств о рождении, браке и смерти. Это наша, скажем, дань уважения нашим предкам, потому что мы обязаны, чтобы помнили наши дети, внуки, наших своих предков. И вот сегодня такой самый радостный день нашего наследия, наших наслегов, наших вот предков. Работа над созданием книги заняла не один год, признаются составители. Издание вышло тиражом более 500 экземпляров. Саргылана Федорова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.